На первом месте по эффективности сярод усіх регионов Беларуси. У Гомельской области самая низкая удельная вага площадей, которые не выкористовываются. Сегодня комитет Гомеля был маемость под ее выники работы за минулый год. Летось отрымалось утягнуть у господарчие обороты свыше 300 объектов нерухомости усіх форм власности. Это 76% от запланованного. Повялічилася у 2020-м колькасть проведенных аукционов. Усяго их было 80. У тым ліку активно проводились электронные торги. На аукционах реализовано амаль 100 объектов. Наибольшую колькость купили с максимальным понижением кошту. Так, 22 будинки набули за зменшенную на 80% сумму, 26 – за базовую величиню. Отрымалося продать и 4 жилые дамы. А кроме того, летось утягнуто у господарчий оборот ти изнесено больше, як 100 объектов открытых акционерных товариств. Для активизации работы с нерухомостью есть и иншие резервы. Это оперативное принятие решения о продаже объектов недвижимости. Это активная рекламная кампания, в первую очередь изыскание новых методов рекламы, в том числе путем размещения объектов в социальных сетях, чтобы информировать потенциальных желающих приобрести объекты недвижимости. Также мы планируем проводить мероприятия предупредительного и профилактического характера в целях недопущение нарушения законодательства по вопросам имущественных отношений. Также в текущем году будет продолжено внедрение элементов корпоративного управления в открытое акционерное общество и избрание независимых директоров в составы наблюдательных советов.